Пип. Тринадцатое января 2013 года. Влог рэп-монстра. Сегодня я встретился с друзьями, которые раньше занимались музыкой. Я дал им послушать свой рэп и выслушал их мнение. И мнение у каждого было практически одинаковым. Как только я присоединился к компании, мой рэп стал более устойчивым, и я стал больше развиваться в стиле поп. Многие говорят, что мой рэп больше не такой резкий, как раньше. И я с этим согласен. Вообще, я слышу это уже около полутора года. И я немного запутался. Не знаю, в каком направлении мне двигаться дальше. Но я должен принять правильное решение. Потому что после дебюта я хочу показать вам все, на что способен. И я думаю, сейчас самое время улучшать свои навыки. А еще... В последнее время у меня много дел. Мне нужно снова начать танцевать и заниматься спортом. Мне реально нужно идти в ногу со временем и заботиться о своем теле. Некоторые говорят, что парни не могут заниматься несколькими делами одновременно, а я особенно. Но в последнее время я не могу сосредоточиться на чем-то одном. Но все равно, чтобы добиться успеха, мне нужно быть и сосредоточенным, и разносторонним. День подходит к концу. Завтра понедельник. Наконец-то начинается напряженная неделя. Чем больше я работаю, тем больше я хочу удовлетворить разных слушателей. Я просто хочу стать лучше. Хочу стать лучшей версией самого себя. Я правда хочу стать круче. Да. Сейчас это моя самая основная цель. Давайте начнем новый день. И я обещаю, что с завтрашнего дня я буду стараться еще сильнее. И вы все увидите мою лучшую сторону. Если вам понравилось, поставьте лайк и... Раз, два, три. Подпишитесь на канал. Да. А не смотрите, даже не лайк. Мы вас любим. Спасибо за просмотр. Хорошо кушайте.